всем, меня зовут Любовь Першина, со мной гример Оля Бондаренко. И сегодня мы попробовали грим Zombie Girl. Ну вот, начинаем грим сейчас. Я выгляжу как обычно, как и каждый день, а сейчас начнется перевоплощение. Все-таки Хэллоуин, надо по максимуму. Сначала мы прорисовываем белым карандашом контур, чтобы нам было понятно дальше, что нам нужно зарисовывать. Сразу начался эффект, что сейчас начнется чудо. Ну, то есть уже сразу от одного контура стало понятно, что сейчас что-то будет интересненькое. После этого мы заполняем контур зеленым гримом, растушевываем. Мне понравилось, что само заполнение достаточно приятными текстурами, то есть профессиональным гримом сделано. Мне было очень комфортно, то есть никаких там сухостей никакой не было. Приятно пахнет и само средство грим, и, собственно, до сих пор не ощущаю особо на лице. То есть оно не жирное, а приятное, по коже как пудра, который пользуешься ежедневно. Делаем макияж, накладываем тени, растушевываем, делаем подводку. Жирным карандашом мне показалось и сверху тенями с палетки 120 теней. Многофункциональный. Но это как по моим ощущениям. Я так не знаю, может быть, чем-то другим, да? С жирными карандашом и тенями. Очень важный момент. Мы делаем пластический грим для бровей. Делается с помощью гумоза. Берем небольшой кусочек гумоза, раскатываем, формируем будущий шрам, накладываем на бровь, аккуратненько гримировываем. Далее накладываем закрепитель для пластики, раскрашиваем и заполняем немножечко цветом. Такое, значит, средство, как воск, наложили на бровь. Оно тоже для кожи достаточно приятное, то есть ничего там, не жжет, ничего, в общем, как жвачка наложили и, в общем-то, прикрепили ее специальным фиксатором. Очень быстро все засохло и сверху получилось, нанесли кровь. Особо чувствуется, на самом деле. Я даже вот, хочется мне что-нибудь там нос почесать, я забываю, что грим у меня. Так бы ходил целыми гриме. Далее мы наклеиваем реснички с помощью клея для ресниц. Аккуратненько накладываем клей, держим 30 секунд и плотненько прижимаем реснички к самому краешку своих собственных ресниц. Держим буквально там 10 секунд и отпускаем. Реснички в этот раз взяли на клей с набором Fairy Queen, по-моему, да, реснички называются. И очень понравилось, в принципе, клей хороший, реснички недорогие, но при этом смотрится хорошо. Делаем растушевку темными цветами по контуру, чтобы придать немножечко объем нашему будущему рисунку. Делаем это с помощью светло-зеленого, темно-зеленого, а также черного цвета, чтобы у нас был объем, переходящий от светлого к темному. Растушевка теней, ну, мне показалось сначала, что глаз будет огромным, потому что где-то над бровью что-то тушевалось. А, да, ну, может быть, какие-то там 3D вот еще контурирование было, но хорошо с тенями. Палеткой, да, 120? Палетка 120, прям многофункциональная. Далее мы обводим наш контур, который мы создавали в самом начале черным, и также делаем штрихи. Да, я подумала, что мажет кровью, это во-первых, а во-вторых, я подумала, что я сначала была похожа на похитителя Рождества, и мне просто нужно было прям сделать этот черный контур, чтобы все-таки зомби вышел. Добавляем в нашу рану кровь. На мой взгляд, страшно это иголки, кстати говоря. А кровь, ну да, она достаточно, она действительно похожа как на свою, потому что она настолько прям реалистичная. Но я ее так особо не ищу. Единственное, что немножко долго сохнет, но за час сохла вроде. Ну, то есть, интересный опыт с кровью. Никогда раньше не наносила кровь. Настоящая? Ну, насколько знаю, что искусственная. А по запаху? По запаху, по-моему, вообще никакого особенного запаха нету. То есть, такого нейтрального. Она больше на жидкость похожа? Да, она как жидкость, но не совсем прям как
вода, но и не жирная совсем, то есть так средняя жирность. И последний момент – это губы. Губы мы делаем с помощью двух цветов. Сначала обводим все это темным цветом бордовым, добавляя также объем губам, чтобы у нас создался тоже какой-то видимый эффект. И в середину мы добавляем просто красный цвет, красную помаду, и все это растушевываем аккуратненько, чтобы не было каких-то четких границ, и все более-менее сводилось в дымку. Губы обвели черной, темной подводкой и красным цветом. Я, кстати, люблю так, чтобы потемнее подводка и покраснее цвет. Мне нравится сделанное. После этого наш грим готов. И в конце образа, как видите, как только Оля нанесла грим, мы подобрали по цвету парик. Разные цвета выбирали. Красный, значит, фиолетовый, розовый. В общем, в итоге светло-сиреневый выбрали. На мой взгляд, хорошо подошел, поскольку сам грим зеленый. В общем, чтобы не затмевать грим, парик решили выбрать светло-фиолетового оттенка. В общем, это парик с нашей постоянной коллекции, разных цветов бывает, и с челкой, которая, в общем-то, косая. Она не закрывает полностью глаза, и можно закрыть какой-то заколочкой, закрепить. Зомби он такой выползает. Где он там скрывается? Всех ущелий. Бледный, нервный типчик. Яркость ему не присуща, конечно. Более земельные цвета, зеленый, вот светлый. Светлые такие вот оттенки. Зомби-швея. Ну, в общем, такой у меня образ получился зомби. Спасибо Оле Бондаренко за этот стиль, за этот подобранный вариант зомби. Очень мне нравится. И я хочу сказать, чтобы все делали грим, потому что сразу настроение повышается. Сразу чувствуешь себя таким, в общем, какой-то другой личности. В общем, зомби-парикмахер. Зомби-швея. Вот, спасибо Оле. Да, и да, действительно, делайте грим, потому что когда, если не на Хэллоуин?